где. И я опять в ответ скажу: в Караганде. А если хочешь, покажу, где. В Караганде. Чем знаменит любимый мною город? В Москве, в Санкт-Петербурге, в Заводе, людьми, красотами? Да нет, другим известен. И сильно сомневаюсь в том, что дорог. Шутливой, но избитой фразы. Где? Где? В Караганде. Родимый, а сдача где? Где? В Караганде. В жизни давно я понял, зло притаилось где. Это не Тверь, не Гомель, это в Караганде. Будь ты хоть стар, хоть молод, бойся попасть туда, дорогой. В этот опасный город, город Караганда. А если вдруг во дворе ты бросил свое авто, утром выходишь — нету, или стоит не то, не донимай соседей глупым вопросом где. Знай, твоя Мазда едет где-то в Караганде. Вот так. Если, к примеру, дама в гости прийти должна, ух, вам больше, чем Адаму, дама была нужна, ну понимаете, да? И вдруг звонит она вам, типа я не приду. Шалите такую даму прямо в Караганду. Впрочем, большие плюсы в городе этом есть. Если пришел ты в дюдю, а если пришел ты в 6 утра, естественно, то на вопросы тещи, где, мол, зарплата, где, можно ответить жестче, а можно в Караганде. Веселая песня, нехитрый сюжет, не важно, что смысла глубокого нет. Кому-то приятно, а мне грустно. Да, Караганда моя, Караганда. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года, а на картиночке площадь с садиком, а перед ней камень. Кара.